Хочу на рыбалку. Взял две удочки. Но посмотрим, будет ли рыбацкое счастье мне. Али нет. Так что вперед! Опа, ну что скажете, как рыбка? Прекрасный. А? Хороший. А? Опусти пониже, пускай там. Немножко поплавает. Натяжечку подержи. Так, давай его. Потихонечку выуживай. Потихоньку сюда. А? Лопасть какая, ё-моё. О! Оп. Пришел, закинул, победил, да? А? Голова. Давай я возьму у тебя, тебе помогу зайти. Сейчас. Снимай. Вот так просто наводишь. Просто вот так вот? Да, наводишь. Сейчас, ну вот. Как раз на тебя. Отлично. И выводим. Опа! Есть на что махаться, да? Рад, никто не трогает. Да хотя бы, конечно, но это вообще, ну, конечно, это вообще, ну, я понимаю вора, он украл, он хотел есть, он хотел какую-то порцию себе, ну, принести, да? Но когда прийти и разломать, логику, мышление этого человека. Раньше здесь была щука, а сейчас я вижу, как вроде как сазанчика. Она не поддается никакому осмыслению нормальных людей. Зачем ты поломал? Да. Мою папироску вставили. Ну да.